В течение 3 месяцев большая команда управленцев Калмыкии обучалась по образовательной программе «Системный подход в управлении регионом» Высшей школы корпоративного управления РАНХИКС. Это одно из важных условий для повышения управленческих навыков. В эту работу активно включились вице-премьеры, министры и главы районов Калмыкии. По итогам обучения они разработали 3 проекта. Один из них – совершенствование механизмов привлечения инвестиций в Республику Калмыкия – получил награду за лучший региональный проект. Знаю по своему опыту, насколько обучение по программам РАНХИКС позволяет расширить профессиональные компетенции и коммуникации. В данном случае коллеги учились формировать командный подход в решении общих задач, создавать эффективные кейсы для реализации приоритетных направлений. В рамках этой программы они работали над важной темой – улучшение инвестиционного климата в республике, прокомментировал глава Калмыкии Бату Хасиков.